Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Иеремий. Завтра на календаре 20 апреля. В этот день наши бабушки и дедушки по приметам судили о грядущей погоде. Утром перед громом прошел дождь. К ясной погоде. Гром был без дождя. К ненастью вечером. Высокое атмосферное давление медленно понижается. К дождю через 12-18 часов. На осине обилие сережек. К хорошему урожаю гороха. А какая же погода ждет нас завтра, 20 апреля? Сейчас я вам об этом поведаю. В поселке Большой Зайкин Первомайского района Оренбургской области плюс 17 градусов. Как и в предыдущие дни, погода будет солнечной. В деревне Зайки Демидовского района Смоленской области воздух прогреется до 18 градусов. На протяжении дня устроится переменная облачность, а вот послезавтра придут дожди. В поселке Зайкино Колпашевского района Томской области столбик уличного термометра становится на отметке плюс 3 градуса. Снега завтра не будет, а вот послезавтра начнутся дожди. В деревне Зайково Большесельского района Ярославской области плюс 16. Наслаждайтесь ясной и солнечной погодой. На следующей неделе вас ждут дожди. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь. Да хранит вас Бог!